Пандемия коронавируса обострила до предела застарелую проблему Италии – нехватку квалифицированных медицинских кадров. Помочь может привлечение врачей-иностранцев, но для работы в итальянской системе здравоохранения им понадобится получить гражданство Италии. Проблема, с которой мы столкнулись, состоит в том, что только специалисты могут работать в бригадах интенсивной терапии. Это относится и к врачам, и к медсестрам. Но статистика неутешительна. Нам нужны 2000 врачей, умеющих обслуживать аппараты ИВЛ. Но обученных этому врачей у нас недостаточно. После вспышки коронавирусной инфекции правительство объявило об увеличении коечного фонда в 2 раза – с 5200 до почти 11 тысяч мест. Это означает увеличение числа коечных мест при недостатке медицинского персонала и, как следствие, понижение уровня безопасности и качества ухода за больными. Одно из решений проблемы – привлечение на работу в больницах студентов-медиков, которые еще не получили дипломы. Регионы севера Италии, Ломбардия и Пьемонт обратились за помощью к неправительственным организациям с просьбой привлечь врачей из других стран мира. Фуат Аоди возглавляет ассоциацию иностранных врачей, проживающих в Италии. В нее входит в общей сложности 77,5 тысяч человек. Многие из них уже были приглашены в срочном порядке на работу в больнице, даже без получения итальянского гражданства, как того требует закон. Некоторые региональные власти дают свою политическую интерпретацию законодательства. Они прямо призывают нас дать им контакты врачей-иностранцев, не придавая большое значение тому, есть ли у них итальянское гражданство. У итальянских регионов есть право принимать самостоятельные правила по вопросам здравоохранения. Ассоциация иностранных врачей обратилась к центральному правительству с просьбой применять единые правила найма медиков по всей стране. Италия заметно отстает от многих других стран Европы, в том числе Франции и Германии, по объему государственных вложений в здравоохранение, что и дало о себе знать после начала пандемии COVID-19.